Ватикан сообщил сегодня о громкой отставке. Со своих постов ушли директор Ватиканского банка и его заместитель. Это произошло фактически сразу после того, как Папа Римский Франциск распорядился в минувшие выходные назначить комиссию по расследованию деятельности Банка Ватикана. Главный финансовый институт Римско-католической церкви уже давно подозревался в отмывании денег. Косвенным подтверждением этому стал случай с епископом Скарана, который заведовал отделом в бухгалтерии Святого Престола. 61-летний клирик оказался в числе лиц, арестованных по подозрению в заговоре с целью тайной переправки 50 миллионов долларов из Италии в Швейцарию. Дело Скарана расширяется с каждым днем, так как в ходе расследования вскрылись факты коррупции в итальянской таможенной службе. По меньшей мере, один ее офицер арестован по подозрению в пособничестве заговорщикам.